Привет, друзья! С вами Татьяна. Не знаю, как у вас, а у нас уже чувствуется весна. Солнышко, на улице потеплело. И сегодня мы с вами пойдем в Гулливер. Посмотрим такой март, как Массимо Дутти. У нас скоро выборы, предвыборная агитация. Так выглядит в настоящее время Гулливер. Посмотрим с вами весеннюю коллекцию Массимо Дутти. Смотрите, какие нарядные манекены. Вот такая витрина у нас. И давайте посмотрим. Такая вот сумочка стоит 5600, 175 евро. Вот парфюмерия продается в Массимо Дутти. Такой набор стоит 1700 гривен почти. 53 евро. Наборчик вот такой интересный. И 1700 гривен 53 евро стоит такой вот замечательный шарф. Рассмотрим этот лук. Очень хорошо видно на моделях, на манекенах. Вот этот плащ стоит 6500, 203 евро. Вот такие сапоги стоят 5500 гривен. Это 171 евро. Брючки такие светлые, свитер. Свитер 2600, 81 евро. А вот такие брюки стоят 2200. 68 евро. Видите, немножко завернули. И это джинсы молочного цвета. И, по-моему, очень-очень гармонично смотрится этот образ. Очень по-весеннему. Вот этот манекен блузка. У нас стоит 2268 евро. Тоже, видите, такие светлые брючки. Брюки 2600. 81 евро. И вот такая обувь, кроссовки. 3000 гривен, 94 евро. 4300, 134 евро. Вот такое белое платье. Замечательно выглядит. 2268 евро. Вот очки. Такие тоже интересные. Сумочка поясная. 3500, 109 евро. Пиджак вот такого интересного цвета стоит 4300, 134 евро. Видите, есть узенькие брючки здесь. Опять же, кроссовочки, только немножко другие. И вот такой образ на весну. По-моему, очень замечательно выглядит. Эти кроссовки 3400 стоят. 106 евро. Вот рубашка еще там такого разбеленного кирпичного цвета. Стоит 1300 гривен, 40 евро. Вот такие замечательные модели продаются в магазине. Идемте посмотрим сам магазин. Вот еще такой, видите, манекен. Красивое пальто. Сумка, очки. 1753 евро. Вот такие джинсы. Беленькие уже на весну, на лето. Эти 2200 гривен. 1238 евро. Вот такая футболочка интересная. И вот свитерочки еще. Серенький, красный. 2268 евро. 10312 евро. 100% кашемир. Вот такое серенькое, красивое платье. 5600, 175 евро, свитерочки, 100% кашемир. Смотрите, какие расцветочки, тоже замечательные цвета. 8600, 268 евро, такое пальто, очень базовый цвет и очень базовая модель. Замечательное пальто. 5600, 175 евро, вот такое черное платье. Видите, здесь такой элемент на талии. Вот так она выглядит.
2681 евро. Такая блуза, анималистичный принт. Хорошо смотрится. 3094 евро. Вот такие широкие брюки. Жакет 4300, 134 евро. 7300, 225 евро. Вот такое пальто в клеточку. Тоже очень хорошо выглядит. 5600, базовый серый пиджак. 4300 гривен, 134 евро. Такое платье, очень интересный покрой у него. Есть такой внизу, как запах. Очень-очень широкое. Симпатичное платье, необычное такое. 268 евро, анималистичный принт. Вот такая рубашка. 6500, 203 евро, базовый цвет. Такой плащ на весну. Такая застерочка здесь. Вот еще юбочка есть, анималистичный принт. Не видно цены, девчонки, не могу сказать. Тоже хорошо смотрится. Такие вот свитерочки, крупная вязка. Ботфорд 4300, 134 евро. Такой каблук. 3000 гривен, 94 евро. Вот такая курточка. Мне очень понравилась эта куртка. Такой замечательный цвет. Вот. Еще такие модели продаются. Смотрите, тоже молочного цвета есть брючки. Пуловеры тоже бело-молочного цвета. И вот такие рубашечки в клеточку. 2268 евро. 4300, 134 евро. Вот такое вот платьице. Тоже анималистичный принт, синтетика. Вот еще какая коллекция. Пиджак 5600 гривен. Тоже приятный очень цвет. Такой светло-кирпичный. 3500, 109 евро. Такая юбочка в складочку. И получается такой костюм одного тона. Ну, вот такая молочная гамма. Здесь еще продаются товары. Куртка-косуха, худи. Тоже интересные спортивные костюмы молочного цвета. В общем, есть что посмотреть в этом магазине. Худи 1753 евро. Брюки 2268 евро. Хорошо покроено. И очень хорошая, мне кажется, модель. Кардиган 3500, 109 евро. Очень-очень длинный. Здесь вот такая часть. Еще вот такие товары есть. Видите, тоже трикотажный. Верх 2600 гривен, 81 евро. Юбка тоже стоит 2600, очень узкая. Видите, такой трикотаж. Цвет очень базовый. 8600, 268 евро. Куртка-косуха. Такой очень приятный кэмел цвет. 1753 евро. И платье 3000 гривен, 94 евро. Платье трикотажное. Низ мне что-то не очень нравится. Вот такая вязка. Тоже 3000 гривен. Такой свитер. Такие вот брючки в клетку тоненькие, видите, такой низ на резинке. Здесь затяжка на поясе, тоже стянута резинкой. Тонкий кардиган 2600 гривен. Есть базовые белые блузочки, здесь не самые обычные. Такие, кому надо в офис, можете зайти померить. Такая рубашка тоже 2600 гривен. Самая простая. 4300, 134 евро. Такая тканевая курточка. Еще вот такие костюмы есть, видите. Такая блузка, рубашка. Цен не видно, видно только-только развесили. Что все очень новенькое, не затертое. Пока новое, все очень замечательно выглядит. Такие широкие брюки. Интересная такая расцветочка. Вот они такие очень широкие. Такая рубашка 2200 гривен. Такое платье 4300 гривен. Вот так. Такая застежка немножко смещена в бок.
такое платье тоже 4300 гривен, 134 евро. Хороший такой цвет, неброский. 8600, 268 евро. Вот такая кожаная курточка. Комбинезон 4300. Вот, молочного цвета. Еще вот такие товары здесь продаются. Смотрите, костюмы есть тоже. Темно-синее платье. А рубашки 2268 евро. Это платье 4300, 134 евро. Такая вот расцветочка. 6500, 203 евро. Такой базовый пиджак. Здесь такая еле-еле заметная полосочка. 2681 евро. Вот такая рубашечка. Есть огурцы, я вижу. Как выглядит это платье на манекене, видите? Если вы худенькая, то на вас оно будет замечательно смотреться. 4300. Темное платье и молочного цвета платье. Вот, видите, такие здесь замечательные товары продаются. Если у вас есть денежки купить эти товары, приходите, померяйте. Возможно, вам что-то подойдет. Я вам показала, а выбор за вами, мои девчонки. Курточка 2600 стоит. Свитерочки 1700 гривен. 4300, 134 евро. Вот такой вот платьице. Друзья мои, надеюсь, вам понравился этот влог. Подписывайтесь, новенькие, вам не трудно, а мне приятно. С вами Татьяна, пока-пока. С вами из Киева была Татьяна, пока.